Вашингтон, 1 Лион, РИА Новости. Белый дом распространил расписание мероприятий президента Дональда Трампа на пятницу. Встречи с северокорейской делегацией в нем пока нет. Директор ЦРУ Майк Помпео. Архивное фото. АПТА. Андреу Арник. Помпео отметил прогресс в переговорах с КНДР. Ранее госсекретарь США Майк Помпео подтвердил, что делегация КНДР передаст в пятницу письмо северокорейского лидера Ким Чен Ина Трампу. «С этой целью делегация прибудет в Белый дом», — сказал Помпео. Однако ни он, ни представители Белого дома не подтвердили встречу Трампа с делегацией. Согласно расписанию, Трамп утром в пятницу по вашингтонскому времени будет присутствовать на церемонии в штаб-квартире береговой охраны США. На 13.00 местного времени запланирована встреча Трампа с Помпео, а в 15.00 президент отбудет в свою загородную резиденцию в Кэмп-Дэвиде. Расписание Трампа может меняться, и в нем могут быть мероприятия, о которых Белый дом не сообщает публично. Трамп ранее заявил об отмене планировавшегося саммита с Ким Чен Ином, однако впоследствии передумал, и переговоры о проведении саммита продолжились. В четверг в Нью-Йорке встречались госсекретарь США Помпео и заместитель председателя ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхоль.